Привет всем! Сегодня вам покажу небольшую историю, как мы отмечали Рождество в Провансе с семьей моего мужа, ну и, конечно же, с моей семьей. И как накормить 28 человек салатом? Вот по такому стаканчику, и смотрите, у меня еще сколько остается, там, правда, вон еще одно из блюда. И все, но у нас же будет 5 или 6 видов только закусок, и потом принципиальное там блюдо. Люпля принципаль, поэтому все нормально. Единственное, что я не знаю, как мне это украсить. Сейчас пленку затяну. Ну, вот будет вот так. Салат вкусный. Дорогие мои девочки, мы уже вытащили все из дома. Мы сейчас уезжаем. Здесь, смотрите, наша собачка сейчас получит свою вкусняшку. И мы поедем отмечать Рождество. И так как сегодня мы будем пить аперитив на улице, я не очень сильно одевалась, но я взяла свою новую шапочку, если что. Но на улице достаточно тепло по сравнению со вчерашним днем. Поэтому если что-то сниму, значит покажу, а нет, значит расскажу. Всем хорошего Рождества, кто его отмечает. С собаками, слушайте, собаки такие послушные. Я стою в своей новой красивой шапке, послушайте. На самом деле я довольна, что я ее купила, она настолько теплая. Хотя на улице не холодно, но я же голову вымыла перед отъездом. Поэтому меня она хорошо защищает. Так что, друзья мои, с Рождеством, пусть у всех все будет хорошо, пусть все будут счастливы, здоровы. И самое главное, чтобы сбывались все ваши мечты. Это я еще вам повторю на Новый год, ну, можно уже сегодня начинать. Си, сижанси. Красота. Так, тут меня кто-то хочет обмануть. Мы теперь все любят из дека. Но все вид дека. Alors, monsieur, qu'est-ce qu'on fait là? Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Le Noël en tombe. Au bord de la piscine. Красиво, красиво. Я так люблю, когда вот так смотреть через окна в дом. Такая какая-то магия, что там происходит. А там, ну, я, слушайте, друзья, я не проберусь, но у нас там точно стоит елка. Сейчас я зайду, пойду в дом. Там уже дети носятся. Ну, и я зайду, пойду. Смотрите, как красиво, правда, когда такие окошки. Продолжать это вот baby food, это подарок нашему зятю, вернее, зятю моего мужа на его день рождения. Смотрите, такой прекрасный столик, где они уже его взяли, даже не знаю, чтобы было куда поставить тарелочку. И вот мне нравится, как у них сделана кухня. Послушайте, вот эти вот доски они взяли, там какую-то конюшню разбирали, короче, он забрал эти доски, очистил, отполировал. Смотрите, какой получился шикарный стол. Здесь у них вот плита. Смотрите, как здорово. И это вот у нас вот это горячее блюдо. И куда? Или были он плюсы? Улип. Санкур Нико, кельки пах. Industriel. Voilà, mais... Ouais. Qu'est-ce que tu veux là? Mais tu sais, je... Alors, bien... Tu sais? Non. Tu sais comment je te fais ça? Mais j'ai compris qu'il y avait un truc en moi. Et en fait, dès que tu prends la carte, tu la transformes. Voilà, c'est ça. C'est un petit coupinou, hein.
Oh, j'ai pas vu la crèche. Это называется на французском «ля крэша». Где там родился у нас Иисус Христос. Классно. У них не было этого в прошлом году, это в этом году появилось. Ну, прекрасно, прекрасно. И вот такая вот у нас елочка. C'est à toi, c'est les chaussures, regarde. Oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas à toi ça? Non, c'est pas à toi. Le tien? Allez, essaye. Ça c'est aussi, c'est quoi? C'est les terrines? C'est la... Ça? Ouais, ça c'est une terrine de Cathy, alors. Okay. La terrine de Cathy. Ouais. On mange toi. On mange qui? Le foie Robert. Et ça, c'est le foie gras de qui? De Cindy. Cindy. Oui. Bernard, fais-moi goûter, s'il te plaît. Hein? Fais-moi goûter. Ça c'est pas toi qui a fait. Moi j'ai fait le foie gras là-bas. Je vais le J'attends quoi? Le Papa Noël! Bonjour Daniel, Дедушка Мороз, Papa Noël. Je l'ai croisée parce que je suis allée voir Rosie, elle aboyait très fort au loin. Genre elle avait entendu le Père Noël, alors je suis allée la chercher et au loin je l'ai vu passer. Je pense qu'il arrive. Oh! Papa Noël, 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 Papa Noël,
village. Oui. Voilà. Alors on va voir ce que je vous ai apporté. Oh là là. Oh, mon Dieu. Il y a quelqu'un qui donne à manger et à boire à mes reines. Oui, alors, ça n'est plus possible. Alors Léon, c'est son premier papa. Léon, c'est pas Léon. Léon. Oh Léon. Oh, oh là là. Fais bisous. Papa, ça c'est moi. C'est à moi. Ah, il a fait du chemin. Père Noël, il est fatigué. Oh là là. Oh, fatigué, Père Noël, fatigué. Oh, Maxime. C'est beau ça. C'est ton cadeau? Oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Ah, toi aussi tu as un bébé, il est magnifique. Hein? Magnifique, regarde ça. Oh là là. Magnifique. Magnifique, regarde ça. Oh là là, magnifique. Il a repris. Magnifique. Полночь. Весь народ вышел обратно на улицу, потому что здесь где-то плавятся сыры. Они будут макать потом этот сыр хлеб. Все, видите, такие все вышли, никто не хотел сначала, потому что такие все поразлились на диванах, пригрелись. Там на фольге, видите, лежат сыры. Сейчас они разогреются, и потом туда будет помазать хлебушек. И такие бывают Рождества, видите? Там кто-то вон лежит уже, слушайте. Mathilde, tout à l'heure, je tire fort, la main elle revient, elle tape le bois, elle revient. Tout à l'heure, je tire fort, la main elle revient, elle tape le bois, elle revient. Gamin chez moi. Et je suis tellement resté bon, tu fais comme ça parfois. Ah,
Tout ce que je pense, ce que je suis, mes dons et mes fonds, mes plus belles chances, mes différences, je te donne. Tout ce que je pense, ce que je suis, mes dons et mes fonds, mes plus belles chances, mes différences, mes plus belles chances, mes différences. Вот заканчивается праздник, почти все гости уехали, у нас тут еще горит вот пламя, и пока горит пламя, тут некоторые решили вон усы постричь, представляете, сумасшедшие, это 3 часа ночи. Ну, вот так. Вы живете в Ферамухисе, са? Смотрите, кто меня встречает. Сейчас уже почти 12 часов. 25 декабря мы вернулись с Рождества. Я легла спать в 5 часов. И здесь кто-то вон пищит, ходит, хочет какую-нибудь вкусняшку тоже, чтобы я ему к празднику дала. Я ей говорю, подожди, мама Алла очень фатиги. Все. Но лапы нет, ни за что. Нет. Зато посмотрите, что меня ждет, друзья мои. Это мой рождественский подарочек. Видите, я пока спала. Папа Нуэль пробежал тут, пролетел и оставил мне вот такой пакетик. А что там? Сейчас увидим. И ты тоже хочешь. Все, вино? Вот терпеть не могу, когда собаки на кровать идут. Друзья мои, сейчас утро, 25 декабря. Я хочу раскрыть свой подарочек, который мне подарил Пэр Нуэль в лице моего мужа. Видите, так даже листочки розовые. А вот это я вам хочу показать. Это вчера приезжала его сестра, и это называется Ги. Люги, вот эти вот, которые у нас красные шарики. Лю. А эти вот Люги, тоже букетик такой странный. Она его где-то в коммерции покупала. Вот это тоже рождественские такие цветочки. Давайте сейчас откроем. Вот такой вот. Это марка Пандора. Там у нас вот такая вот коробочка. Смотрите, какая красивая. Раскрываем. Ленточку. Ду-ду-ду-ду. Раз, два, три, четыре. И вот такой, смотрите, какой у меня тут браслетик. Это такой, девочки, браслетик специальный. Вот здесь, вот смотрите, мы можем добавлять всякие штучки. Вот эти две штучки, это закрепляют, и между ними... Так, как тут здесь вот так вот как-то раскрепляется... Так, звездочку, не знаю, в какую сторону, что правильно. Она с двух сторон, она двухсторонняя. Одевается так вот на ручку. Сейчас посмотрим. Это серебро. И, короче, теперь по каждому поводу я могу добавлять сюда по одной штучке. Вот здесь написано, я сама его выбирала, написано «Мом». Ну вот он у меня будет как либо центральной этой пьесы или нет. Видите, там сердечко есть. И потом можно всякие такие вот подвесочки делать. Можно просто какие-то шариками. Ну, я уже, у меня браслет будет на руке. И когда я буду ходить в этот магазин, я буду выбирать сама себе то, что мне понравится. И когда будут какие-то поводы, ну, например, мой юбилей, можно будет купить что-то посерьезнее, подороже. Так это все серебро. Ну, вот такой вот подарочек, девочки. Так что теперь вы меня будете видеть мою руку, и еще у меня будет
один браслетик больше. Вот не знаю, вот это может быть мне будет мешать. Я не подумала. Надо было брать, может быть, обычный браслет, потому что я же готовлю. Ну, уже все. Уже браслет куплен. Красивый, правда? Ну, спасибо, Пернуэль, спасибо. Так, все складываем. О, а там что там у меня? А здесь у нас... А, это сертификат, что он настоящий. Сертификат authenticity. Вот с чеком. А, это я дам Марису, пускай у него папочки всякие там есть с фактурами и со всем. Ты что, он, смотрите, ну симпатично. Я там уже присмотрела себе таких других шаричков всяких. Ой, и мне очень нравятся такие вот насадочки, скажем так, с эмалью. Там есть такие красивые эмалевые насадки. Короче, вот до самого, вот до сюда мы можем передвигать вот эту штучку. Вторую то же самое. И насаживать. Представляете, тут можно составить браслет на 2000 евро. Ну, ничего, такая хорошая безделушка, так как я девочка-браслетики. И это у меня еще два браслета порванных лежит. Ну, их отреставрировать тяжело, наверное, надо реставрировать в России. Я каждый раз забываю, когда уезжаю. Девчонки, для вас открытие. Мне вчера подарили подарок. Вот эти подарки, которые я говорила, мы там тянули, да, кому что дарить. Ну, короче, мне подарили мыло. Ну, вот кто-то там писал где-то когда-то. Ну, наверное, считаю, что я немножко недомытая. Но, девочки, это не мыло. Мыло не совсем простое. Это артизанальный кусочек мыла. Я не знаю, почему здесь нет клише. Обычно должен быть клише, но вот это вот мыльница... Это вообще, это нечто. Да, там прованский мотив, конечно. 100 лет бы она мне нужна была, но я туда потом букетик лаванды вставлю. Вот, а мыло это Анесса, это ослица. Вот. Оно написано, что биологическое, но тем не менее, вы знаете, я здесь нашла, мне кажется, написано, я же без очков, что есть какое-то масло пальмы. Так, подождите. Короче, я его раскрошила, разрезала на две части, иначе он мне не влазит в эту штучку. И вот положила, все, и вот, девочки, буду умываться, послушайте. Ну, мне очень нравится эффект, прям такое чистое получается тело, прям прекрасно. Так что вот посмотрите, обратите внимание, может быть, у вас тоже продают такие мыльца. Надо мне тоже посмотреть, да, отвезти девчонкам в подарки.
Что-то я в этом году не хочу есть сырые устрицы. Может быть, потому что Марис приболел. Хотя он их не ел вообще ни одной. Он от другого чего-то там подцепил. Я думаю, это все грязные руки и смешанные стаканы, посуда. Поэтому я их сегодня буду запекать в духовке. Есть множество рецептов. И я вам покажу. Я не знаю, пригодится ли вам этот рецепт. Но, возможно, у кого-то тоже продают устрицы. И кто-то боится их есть сырыми. А попробовать хочется. Поэтому во Франции существует множество рецептов, чтобы кушать не сырые устрицы, а запеченные в духовке. Готовится это очень быстро. Я себе еще, знаете что, еще добавлю вот так вот по креветочке сюда, чтобы уже был совсем праздничный у них вид. Не по креветочке, а по полкреветочке, потому что они у нас просто очень большие в этом году. Так. И потом я сделаю соус и вам покажу. И запекается это в духовке 5 минут после того, как соус готов. Что раз уже мой муж тут протестует сегодня вообще есть, так я тогда тоже не буду есть сырые, а то как заболеем, тут вдвоем будет нам тогда. Вот, смотрите, какая будет красота. Ну вот, смотрите, мои друзья, я сделала такую заливочку. Короче, рассказываю. Здесь на сливочном масле обжарен лук. Добавлено белое вино. Потом отдельно я замешала пол коробочки сливок. Сыр тертый. И... что я туда? Перец я добавила. Вот. Теперь лучок я добавила вот в эту смесь со сливками. Когда он уже подошел, да? И сейчас накладываю вот я вверх. Там у меня устрица, кусочек креветки. Немножко вот эти вот такие. Это улитки морские. Короче, муж мой болеет. Сегодня мы не поехали в гости к его дочери. Там сегодня опять семья собирается. Ну, там еще несколько человек молодежи. Они потом в карты играют, в покер вечером. Там опять бывшая жена, там дочка, ну, все, короче, наши, да? Вот, не поехали, потому что ему плоховато. Я вчера уже давала ему имодиум. Он ничего не ел из морских продуктов. У нас впечатление, что либо он где-то подхватил накануне гастро, когда мы в магазине были, когда затаривались, потому что мне тоже было плоховато, но я же быстро лечусь. Я же не размусоливаю. Вот, и сегодня у него вроде ночью была температура у Мариса. Короче, вчера он целый день не ел ничего, я дважды ела сама на праздник Рождества. Сама приготовила, сама съела. Сегодня у меня есть утка, но он хочет есть макароны, то есть он хочет есть паты свои. Но я говорю, вари свои паты. Вот, а я буду сейчас вот это в духовке запеку. Я буду есть эти устрицы. Такие, ну, гратины это называется. Гратины это зажаренные. Вот 5 минут я сейчас поставлю на гриль. И все, они зажарятся. И я буду сегодня есть свою утку, которую я показала вам рецепт. Потому что Марис не хочет сегодня ничего есть. Ему типа плохо. Ну, значит, я буду есть сама. Вот такая вот у меня жизнь, представляете? Готовила, готовила на праздник, и что все самой лопается. Ой, ужас. Я еще сейчас на каждую устрицу положу вот такое, смотрите, вот у нас готовое. Это специальное масло, оно перетертое уже с персилом, с петрушкой. Вот ими, этим маслицем начиняют все улитки, которые подаются, все мидии. Ну, я все не буду, я так несколько, чтобы почувствовать разницу, потому что у меня лук жарился на масле. Ну, жирновато мне, конечно, будет. Ну, что вы хотите? Я люблю все попробовать. Вот такой я человек. Надо мне все знать, что и как. Все, пошли в духовочку. Смотрите, какие красавицы. Марис, когда увидел, сказал, ой, ну я сегодня точно не смогу есть, но, может быть, ты мне немножко заморозишь. Когда я уеду, я буду их есть. Ну, я подумаю. Ну, красота же, красота. Красиво, Шери? Красиво.
Послушайте, вот на самом деле, боже мой, какая же вкуснятина. Эти устрицы запеченные. Почему я не делала их раньше? Здесь вот у меня кусочек креветочки. Это вкусно настолько, что я больше сырые устрицы есть не буду. Кто не может есть сырые устрицы, попробуйте сделать так. Друзья, посмотрите, какая у нас погода сегодня. На Рождество в Провансе. Посмотрите, какое небо. А мне сейчас Катюха прислала в Питере. Там такое серое небо. Она говорит, мама, это вот такая погода для депрессухи. Ой, ну я подумала, доченька, не депрессуй, я скоро приеду. И как бы ни было, мы же там будем веселиться, что-нибудь творить. А у нас вот такая пока погода. У меня Марис вчера что-то съел или выпил с чего-то стакан, короче, его мутит. Испортил мне весь праздник. Это наша тепличка. Посмотрите, как здесь хорошо цветочком моим. Вот, девчонки, кто смотрит постоянно мои влоги, помните, ну сколько я уже, дней 10, как я поливала теплицу. Я с тех пор еще не поливала вообще ее. И еще не буду, я проверила, земля еще такая влажная, когда я тут позавчера тыкала пальцем, поэтому я их полью вообще. А здесь у меня, посмотрите, лаванда начнет скоро цвести. Вот это чудеса. А я уезжаю, мое солнце, а ты собралась цвести, ну надо же. Вот, поэтому, девочки, не поливайте пеларгонии часто. У кого дома растут, они могут цвести круглосуточно, но я все-таки предпочитаю, ой, круглосуточно, круглогодично, но я все-таки предпочитаю их обрезать по сезону, давать им отдыхать, чтобы они набирали сил. Смотрите, здесь то же самое, видите, а эту я ее черенковала, я резала. Ну вот этот цвет, я это все буду убирать, когда буду поливать. Прекрасные цветочки стоят такие, слушайте, как нарисованные, я говорю, как картинки такие. Класс. Вот я их полью перед отъездом. Все цветочки свои хорошенько полью, потом из нижних чашечек вылью водичку, когда уже корневая система напитается. И потом Марис мне будет поливать, ну, через 10 дней минимум, а то и через 2 недели. Я ему так и скажу, ты пробуй, если сухо, то значит поливай, нет, значит подожди. Вот, и обязательно надо, чтобы вода, вот у меня там вода стоит в этих поливашках, видите, чтобы вода была не ледяная, мы же на улице берем воду. Вот, а сейчас я пришла повешать белье. И покажу, что я сделала сегодня. Что натворила я, Алла. Наконец-то у нас начинают облетать листья шелковицы. Вон желтые там лежат. Листья кружатся. Вот, смотрите, я выстирала свое портмоне. Вот, это Шабран. Ему тоже много лет. Ну, наверное, не знаю, может быть, 10, девчонки. Но, понимаете, это такие дорогие вещи, которые я не могу себе каждый год их покупать. Я за него, наверное, платила, может быть, со скидками 75 евро. Вот. И он мне нравится. Это портмоне. Здесь очень много всего. Все у меня упало. Очень много карманчиков, поэтому я его постирала в машинке. Ну вот, продолжим. И вот эта вот часть, видите, она вот эта вот ткань, она уже настолько была затерта. Я его как-то мыла сверху просто. Вы знаете, сверху мыть, оно заливается там везде. А вот эту сумку, вот смотрите, вот у меня Ланкастер. Ей, наверное, лет 10, девочки. Она уже вся у меня начала протираться вот здесь, вот смотрите. Ну, я ее не выброшу, я еще буду носить. Ну, не 10, лет 5 точно еще отношу. Лучшей сумки вообще у меня в жизни не было. Я ее положила в этот, в мешок для стирки, чтобы вот это вот все не цеплялось там за барабаны. Это, представляете, сколько я ерунды повытаскивала с этого. И что вы думаете, сейчас вот я ее вывернула, у меня тут конфетка была, растаяла, пятнышко было на карманчик. Видите, все чистенько, теперь аккуратненько, никогда вручную это не вымышь. И смотрите, что я вижу. Made in China. 10 лет назад Ланкастер уже шил свои сумки в этом, в Китае. Ну, девочки, качество очень хорошее, вообще я обожаю. У меня такая черная сумка, ну, поменьше. Видите, тут уже пятнышко, которое не выводится, но это не критично. Оно не очень видно. Там у меня большой карман сзади. Вот чем мне эта сумка нравится. У нее миллион карманов.
И внутри у нее очень хорошее тоже распределение, еще внутренний карман есть. Мне нужно, чтобы документы у меня лежали так, чтобы ни одна собака туда не пробралась. Вот, чтобы телефон у меня был, для телефона отдельный карман. Там, допустим, здесь какое-то там зеркальце с помадкой, где-то там наушники, чтобы лежали, чтобы я все знала, где у меня что лежит, маленький кошелечек отдельно. То есть вот таких сумок подобных я больше нигде и не видела. Они есть ланкастерские сумки, конечно же, я и в Ницце, когда была, смотрела. Видите, это очень быстро высыхает, смотрите, вон уже сухой, ну и кармашки высохнут, никуда они не денутся. Вот, и, девочки, я не знаю, ну вот такая у меня пристрастие к сумкам, у меня должны быть свободные руки. Вот, я, конечно, очень люблю сумочки, которые повешаются на руку и носить в руке все, но так как я по жизни фотограф и видеооператор, у меня должны быть свободные руки, иначе я свою сумку просто где-то поставлю и уйду, и она там останется кому-то. Вот, поэтому, мои хорошие, вот такой у меня праздник. Здесь у меня джемпер. Мой тоже я постирала, но я его на плечике повешу. Налила в свой кулончик масла эфирного. И немножечко это не дала ему впитаться в камушек. И она мне оставила пятнышко. Ну, у меня такие эти пятновыводители, что никто не проскочит. Все выстирано. И вот такая вот наша красивая осень, просто замечательная. Вот такие у меня сумбурные влоги. Ну, вы представляете, со всего леса. Друзья мои, сегодня 25-го. Я через неделю уезжаю. Чемоданы-то я вытащила. Ну, кроме паучка, который кто-то увидел, что он заполз в чемодан с моей розы. Ничего больше дела не продвинулось. Поэтому я должна пошевелиться. И сегодня... О, посмотрите, мимоза. Боже мой. Ну что же это за такая зима у нас? Через неделю Новый год у меня мимоза цветет. Ну, даже для Прованса это большая редкость. Красота, красотища. Марис там что-то парит, открывает мне устрицы явно. Сам не может вообще, сказал, даже обедать не будет. Я говорю, ты мне испортил весь праздник, вот давай я тебе устрицы открою. Я вчера тоже ничего не ела на празднике. Я съела немножко своего же салата. Оливье, и было авокадо с сумоном. Я как-нибудь вам покажу, может быть, мы с Катей сделаем в Питере. Смотрите, мои какие примулки классные. Вот, и у меня начинает. Видите, уже виднеется. Это камелия, ну ё-моё, ну отцветет все, пока я буду в отпуске. Это не дело тоже. Поэтому... И вот это моя тоже камелия. Ну, это меня дождется. Она долго заряжается. Моя камелия. Так, какой фильм он, Мари. А здесь, смотрите, это сколько у меня всякой красоты. Но сейчас, если он кушать ничего не будет, я съем несколько креветочек, остальное заморожу. Устрицы он мне сейчас откроет, Марис, и я съем 2-3. Остальные сделаю гратине в этом, в духовке. Горячие. И сделаю, у меня еще здесь несколько, у нас еще мидии есть. И вот эти вот улитки. Булу называется. Я их, слушайте, съедаю, а потом вот эти ракушки, которые самые большие, кладу в этот, к нам в фонтанчик. Черебонели делают. Да, смотрите, видите, я вот здесь вот собираю. Ну, собираю. Когда думаю, оставляю, так мы их выбрасываем, представляете? На море ездим, собираем ракушки. Этот раз они какие-то конские. Смотрите, какие огромные. Вот вам и, пожалуйста, украшения. Вот, так что пошла я, друзья мои, буду стол готовить. На улице красота, можем вообще выпивать и кушать на улице. Жиди ширики, он пьем манжи диох. Я говорю, такая красота. Можем даже посидеть на улице, пообедать. Ну, Марис не хочет со мной обедать, но я ему дала эмодиум. И испортил мне весь праздник. Ну ладно, я на него не злюсь. У меня же, смотрите, у меня же есть новый подарочек от Деда Мороза, типа. Ой, какая же я все-таки романтичная. Смотрите, Меги. Она там сидела, а я такая думаю, сейчас я ее сниму.
Она раз увидела, что она что-то... Она такая сядет, такая, как в этом, в школе, да, по обучению собак, и ждет, потому что там на террасе ест рожи. И, конечно же, ей же уши повесили, хвостиком махаем.